Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте в Инстаграм перечислил города Подмосковья, где в течение 2016-2017 годов откроют 22 консультационно-диагностических центра. Один из них планируется открыть в Видном. Губернатор подчеркнул, что за два года в регионе открыли 12, 9 детских и 3 взрослых консультационно-диагностических центра, оснащенных современным оборудованием – УЗИ, МРТ, КТ, маммографами. С 1 февраля изменились тарифы на оплату проезда для учащихся картой «Стрелка». Теперь с 36-й поездки школьникам и студентам Подмосковья предоставляется скидка в размере 99%. При оплате проезда картами «Стрелка» для учащихся на маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом стоимость первых 35 поездок составит 15 рублей. Начиная с 36-й поездки пассажир заплатит 30 копеек. 1% от тарифа – 30 рублей. Преждевременная оттепель добавила проблем коммунальщикам. Главной задачей коммунальных служб Ленинского района на сегодняшний день является уборка дворовых территорий от снега, наледи и слякоти, а крыш многоквартирных домов от сосулек. Уборку придомовых территорий в муниципалитете осуществляют 57 единиц техники и 349 рабочих управляющих организаций. На очистке кровель задействовано 24 человека и 4 единицы техники. Согласно туристическому сервису travel.ru, город Видное входит в двадцатку самых популярных городов Подмосковья. Рейтинг составлен по данным бронирования отелей в Московской области за последний год путешествующими самостоятельно. Возглавляет рейтинг Сергиев Посад. Самым бюджетным городом Московской области из первой десятки стал Мытищи. Здесь путешественник отдаст 1890 рублей за проживание в сутки, а самым дорогим Красногорск – 5920 рублей.